Последние лучи надежды угасли в мире, и ужас охватил всю планету. Враг оккупировал землю свободы, но три героя поднялись на борьбу с тиранией во имя великой американской мечты. Это «Хроники свободы» — три увлекательных рассказа о приключениях для всех вольнолюбивых американцев. Это Джозеф Сталлион по прозвищу Стрелок Джо, бывший профессиональный квотербек в плену у Рейха. Джо открыто взбунтовался против угнетателей и был арестован обер-комендантом Родериком Метце, американским дантистом, ставшим на сторону нацистов. Но Джо просто так не сдается. Он сбежал с научной базы Омега, которую Метце построил под Спрингфилдом в Иллинойсе, а по дороге нашел гараж с панцерхундами, и его озарила идея. Außer sich. Wegen eines Gefangenen? Glaube ich nicht. Wir reden hier von Gunslinger Joe. Hast du nicht gehört, wie sehr er diesen Kerl hasst? Bei den Gesprächen heute Morgen hat er ihn einen wertlosen, beschissenen Untermenschen genannt. Stimmt. Metze hasst Joe sogar mehr als du amerikanischen Senf. Oh Mann.
Das klingt gut. Thank you.
Знаешь, кто ты такой, Джо? Гнилой зуб в зловонном рту Америки. И врач, который... Джо взял курс на столкновение с обер-комендантом Метце. Сбежит ли он с научной станции Омега? Узнайте об этом в приключениях стрелка Джо. Пока стрелок Джо и другие храбрые американцы открыто сражались за будущее Америки, одна леди боролась с нацизмом по-тихому. Это Джессика Вэлиант, экс-агент британской разведки по прозвищу «Тихая смерть». Расследуя зловещий заговор, агент «Тихая смерть» попала в офис Paragon Pictures, когда-то выпускавший лучшие хиты Голливуда. Теперь нацисты снимают здесь свою пропаганду. Найдет ли агент «Тихая смерть» свою цель – нацистского пособника Чака Лоренса? Я попала внутрь почти без проблем. Осталось найти, где спрятался мистер Лоуренс. Thank you.
Der Schuss ging direkt durch sein linkes Auge und hinten aus dem Kopf wieder raus. Krass. Ich sag dir, Agent Silent Death macht keine Gefangenen. Nun, wir sind hier, um für die Sicherheit vom Propagandaleiter Lorenz zu sorgen. Also... Also was? Also hier ist er zumindest sicher. Du meinst, du hättest eine Chance gegen Agent Silent Death? Ich meine, sicher kann es passieren, dass ich ausrutsche und mir ins Gesicht schieße oder mir den Kopf anstoße und an einem Aneurysma sterbe, aber das ist schon sehr unwahrscheinlich. Du bist echt eine Klasse für sich, was? Hm? Пожаловать в Paragon Pictures. Мы воплощаем новый американский порядок, используя чудесные звуки и образы. Я Чак Лоренс. Thank you.
weg! Seid aufmerksam!
Haben Sie ihn gefunden?
Джессика Вэлиант охотилась на Чака Лоренса. Но успеет ли она настичь его вовремя? Читайте об этом в дневниках агента «Тихая смерть». Пока Джессика Вэлиант преследовала добычу, другой герой войны участвовал в совсем иной битве. Капитан армии США Джеральд Уилкинс, совершивший немало подвигов на войне, скрывается от нацистов с тех пор, как они разбомбили Манхэттен. Капитан Уилкинс получил задание взорвать самое опасное оружие в мире — солнечную пушку. Но сначала ему нужно было пробраться к орудиям на острове Кадьяк. Вот теперь можно работать. Нужно найти эти орудия. Mein Bruder wurde vor kurzem zwecks Arbeit zum Sonnengewehr beordert. Eine ziemlich heiße Sache, sag ich dir. Ist es im Weltraum nicht eher kalt? Er läuft ja nicht draußen rum, du Idiot. Oh, natürlich nicht. Weiß ich doch. Er hat mir erzählt, dass das Sonnengewehr eine ganze Region der amerikanischen Gebiete ausradieren könnte. Wirklich? So mächtig ist es. Das Gewehr bezieht seine Energie direkt von der Sonne. Man könnte sagen, die Sonne ist auf unserer Seite. Ist es schon einsatzbereit? Bald. Und dann heißt es, auf Wiedersehen, Terroristen. Warst du schon fündig? Nee. Warum die Eile? Keiner ist dumm genug, diese Basis anzugreifen. Entspann dich. Achtung! Das Sonnengewehr ist in Kürze einsatzbereit. Ein Beschussversuch ist angesetzt. Während dieser Zeit wird keine Raumführer ablegen. Weitere Informationen folgen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
zum... Thank you.
schön Acht geben, klar. Капитан Уилкинс ни разу не провалил задание, но справится ли он с яростью солнечной пушки? Не пропустите подвиги капитана Уилкинса! Кёртис Эвертон, великий писатель и повстанец из круга Крайзау, представляет «Хроники свободы». Три рассказа о подвигах и приключениях во время войны с нацистами, захватившими Америку. Три истории о сопротивлении, которое сокрушит всемирный нацистский режим. Не пропустите! Пропаганда террористов! Надо все запретить!